В рамках Года молодежи в стране стартовала программа «Жас Маман». Проект предусматривает модернизацию учебно-производственной базы в 180 колледжах страны по 100 наиболее востребованным профессиям. Сейчас реализуется первый этап, то есть в этом году порядка 80 колледжей смогут обновить материально-техническую базу. По всей стране на сегодняшний день 67 колледжей уже оснащены передовой техникой. В его состав входят и Шымкентский дорожно-транспортный колледж. Проект «Жас Маман» разработан в соответствии с поручением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Целью проекта «Жас Маман» является модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. Для модернизации дорожно-транспортного колледжа выделено 275 миллионов тенге. На эти средства были установлены новейшие приборы, соответствующие международным стандартам. Проект «Жас Маман» – это прекрасная возможность для учебных заведений расширить и улучшить материальную базу. Современное оборудование, отвечающее международным стандартам, открывает новые возможности в обучении будущих специалистов. Помимо закупа нового оборудования, в рамках проекта «Жас Маман» разрабатываются учебные планы и программы, которые соответствуют мировым стандартам, проводятся ремонтные работы в мастерских и лабораториях колледжа. По словам преподавателей, новое оборудование позволит повысить профессиональный уровень специалистов по обслуживанию и ремонту авто. Данный аппарат является последним аппаратом после 2020 года, соответствует новейшим стандартам, применимым во всем мире, и позволяет нам, так как он все программное обеспечение на ноутбуке, мы можем его вытащить, ноутбук, и провести диагностику непосредственно на автомобиле. Старый аппарат был привязан непосредственно к стенду, то есть его нужно было катать. В этом есть неоспоримое преимущество, что мы можем ребятам пойти показать современные машины, на них продиагностировать, как они работают, провести некоторые операции диагностические, и чтобы ребята могли сами научиться этому. Со старым аппаратом такое было невозможно. Кроме того, здесь есть дополнительный диагностический комплекс, который позволяет диагностировать более узкоспецифичные агрегаты, такие как систему зажигания, более отдельно сканировать не по мотор-тестеру и сканеру, а по данным, которые получаются по узким специализациям. В рамках проекта «Жас Маман» в колледже модернизированы все мастерские и лаборатории. Закуплено учебное оборудование от ведущих мировых компаний. Модернизация материально-технической базы позволит готовить квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Поставки техники до конца года ожидают еще 13 колледжей. В целом проект «Жас Маман» охватывает 180 колледжей страны. Все они смогут обновить учебно-производственную базу. Отметим, что перечень 100 наиболее востребованных профессий определен Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Маржан Шурабай, Ербол Махашев, новости.